Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим шоколадный классический бисквит с пряностями. Его можно использовать в любых тортах. Для его приготовления нам понадобится 150 грамм сахара, 90 грамм муки, 30 грамм какао, 6 яиц, 1 чайная ложка мускатного ореха, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка кардамона. Прежде всего разогреваем духовку до 180 градусов. У меня электрический духовой шкаф, и я использую режим вверх-вниз. Теперь приступаем к приготовлению теста. Белки отделяем от желтков. Белки взбиваем на средней скорости до образования пены. Затем постепенно частями добавляем сахар, продолжая взбивать. Белки взбиваем до устойчивых пиков. Желтки смешиваем с какао и специями. Какао обязательно просеиваем, чтобы не было комочков в тесте. Специи можно и не добавлять, тогда вы получите классический шоколадный бисквит. Очень аккуратно соединяем желтки с белками. Добавляем просеянную муку и осторожно соединяем все компоненты вместе. Активно и долго мешать нельзя, иначе белки опадут. Поэтому действуем быстро, уверенно и аккуратно. Для выпечки этого объема теста я использую форму диаметром 18 см, но буду выпекать два бисквита и разделю тесто на две части. Вы можете выпекать весь объем и в одной форме. Форму застилаем пергаментом и выливаем в нее тесто. Разравниваем лопаткой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой. Она должна выходить из бисквита сухой и чистой. Готовый бисквит остужаем на решетке. Затем заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник минимум на 4 часа. Потом бисквит можно разделить на коржи. Я делаю это обычным большим ножом и ниткой. Подкладываю под нож опору в виде книги и намечаю высоту будущего коржа, немного надрезая бисквит. Потом книгу убираю и вкладываю в разрез нить, скрещиваю концы и начинаю их тянуть в разные стороны. В результате получается идеально ровный корж. Повторяем эту процедуру для последующих коржей. Бисквит получается очень воздушным, легким и ненавязчивым. Он может стать основой для любого торта. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».